Время подумать о лете. Продажа билетов на летнее направление Иваново-Симферополь-Иваново открыта. Рейсы будут выполняться каждую среду с 30 мая по 26 сентября. Как показало время, это направление востребовано у пассажиров. Наполняемость рейсов прошлым летом составила более 80%. Перелеты будет выполнять компания Nordavia на самолетах Boeing 737-500 и Boeing 737-700, вмещающих 142 пассажира. Билет в Крым обойдется ивановцам дешевле, чем, скажем, москвичам. Компания Nordavia, по нашей просьбе, все тарифы, они багажные. То есть нету безбагажных тарифов, как вот любят в Москве некоторые перевозчики делать. Да? То есть когда люди должны сравнивать именно багажные тарифы, когда есть возможность провести чемодан весом 23 килограмма. Сопоставимые цены как бы с московским авиационным узлом.